Всем привет! Привет! И сегодня вы на канале Игры с куклами. И с вами Цыпа и Буренка. И сегодня у нас будет челлендж. Песни наоборот. Этот челлендж почти все знают, он популярный. Поэтому мы решили тоже его снять. У меня есть на телефоне программка «Песни наоборот». И сейчас я расскажу правила игры. Итак, первый человек, например, Цыпа, загадывает какой-то отрезок от песни. Этот отрезок автоматически делается наоборот. И второй человек должен повторить это все, что наоборот, и получится песня. Кто правильнее ее сделает, тот и выиграл. Давайте начнем. Итак, у нас здесь написано Цыпа, если видно, и Буренка. Написано, что Цыпа загадывает. Нажимаем «Загадать». Вот. У нас здесь появляется вот такая вот штучка. И 0,0 секунд. Здесь нужно разделить один отрезок от песни на 4 штук. Итак, давайте попробуем. Нажимаем на кнопочку, и у нас Цыпа будет загадывать какую-то песню. Я хочу загадать миллион-миллион алых роз. Хорошо. Нажимаем и говорим. Миллион. Следующее. Миллион. Следующее. Алых. Следующее. Роз. Все. Готово. Записано. Нажимаю. А теперь у нас будет Буренка отгадывать то, что Цыпа. Здесь. На. Пела. Нажимаем на это. Молин. 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 Попробуем. Молин. Следующий. Ноли. 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 Следующий, третий. Хела. 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 И последний. Сор. Сор. Нажимаем на вот эту вот штучку и слушаем, что у нас получилось. Миллион алых роз. Получилось миллион-миллион алых роз. Засчитываем. Получилось. Миллион-миллион алых роз. Мы играем до 3 очков. И вот в Буренке 1 очко, в Цыпе 0, потому что она еще не отгадывала. Сейчас Буренка будет загадывать. Загадать. И загадываем. Я хочу загадать крокодила Гену. Хорошо. Давайте. А я играю на гармошке. Все. Так. Сейчас будет Цыпа у нас отгадывать. Нажимаем отгадать. И нажимаем на первый отрезок. А я. А я. А я. А я.
Ну, это самое легкое. Давай. А я. Все. Уяр. Уяр. Уярд. Уярд. Хан. Хан. Найчон. Найчон. Так, проверяем. А я. Стаю. На. А я и играю на камушке. Ну ладно. Слышно? Задание. Один-один. Теперь у нас Цыпа опять загадывает. Что же такое нам загадать? Давайте про кузнечика. Давай. В траве сидел кузнечик. Зелен как огуречек. Все. Готово. Отгадываем. Буренка сейчас будет отгадывать у нас. Отгадать. И слушаем. Привет. Привет. Аймерт. Второй. Байзнись. 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 Тыштень. Тыштень. И последний. Хвыштелюха, как ноги. Хвыштелюха, как ноги. Хвыштелюха, как охень. Все. Слушаем. Стремя. Синди. Ничи. Не хохакаули. Ничего не получилось. Совсем непонятно. Буренка не угадала. Сидел. Нечем. Зелен, как огуречек. Не угадала. Так, ладно. Буренка загадывает. Загадываем. Я даже не знаю, что надо такое загадать. Ребята. А давайте так. Вы внизу под комментариями нам напишите, какие бы вы хотели, чтобы мы отрезки использовали. И в следующей части мы обязательно их пропоем. Будет вторая часть. Да! А пока ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и забывайте смотреть новые видео. Не забудьте написать под комментариями любые отрезки от песен детских. Пока-пока! Пока!